Всем привет, друзья! С вами как Снорубзи и добро пожаловать в Кроссаут! Буквально несколько слов об этой игре. Тысячи деталей и сотни машин. Это, мне кажется, больше, чем пару слов. Неважно. Потому что тысячи деталей, друзья, из которых вы можете собрать себе любую тачку и просто врываться в бой. Если вы никогда не играли в Кроссаут, ссылочку для вас я оставлю в описании. Скачивайте, и там уже приготовлены бонусы. А если вы играли, то знаете, в игре появилась обновление под названием «Большой куш» с новым режимом «Погоня», в которой мы сегодня сыграем. Мы также сегодня сыграем на вот этой красавице, ребята. Просто это легендарная пушечка Кайзю, которая стоит на этой машине. Мы сыграем за нее. Мы с вами построим сами свою машину. Я не знаю, что это будет. Это будет полная импровизация. А также покажу вам машины других игроков, которые вы тоже можете использовать. Короче, буквально несколько слов, друзья. Есть гараж, где вы собираете машины, где вы с вами, скажем, участвуем в бою, где можно протестировать машину, естественно, в своем гараже. Есть фракции, есть рынок. Ну, здесь понятно, вы продаете и покупаете разные вещи, металлы, которые фармите в бою сами или с друзьями, неважно. Есть, конечно, склад, все, что вы нафармили, посмотрели. Есть и выставка, та самая, где вы можете взять чертеж другого игрока или выставить свой, и другие ребята тоже будут его использовать. Ну и, конечно, есть задание, которое нужно делать. Ладно, я сейчас покажу вам, сколько здесь есть режимов, ребята. Тут даже есть королевская битва, бои без правил. Есть, конечно же, новый режим погоня. Ну и куча других, друзья. В общем, за металлом, за аккумуляторами, за батареями, за проводами. Мы возьмем сегодня вот обычный и пойдем сыграем на пушке. На пушке, конечно же, это погоня. Ребята, у нас сейчас режим погоня будет. Тот самый новый. И у меня уже стоит пушка Кайдзю. Да, ребята, легендарная Кайдзюха. Мы сейчас с вами как завалим пацанов. Будет жестко. Будет жестко сейчас, смотрите. Прихватите и уничтожьте вражеский конвой. До начала 6 секунд. Надеюсь, мои пацаны не подводят. Я уже заряжаю пушку. Она заряжается долго. Но посмотрите, когда зарядил, просто... Давай, 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 тихо-тихо, откатываемся, откатываемся на даст. Так, уничтожили, нормально. Ребята, 1170 урона просто пролетело по пацанам. Мы должны любой ценой остановить конвой. Просто валить 1500 урона по конвою. Мы должны в любом случае остановить. Оу, ребята сверху едут. Смотри, 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 смотри. Стоять! Подбили, тихо-тихо, у меня перезарядка. Будет бодаться со мной? Ты чё? Тихо-тихо-тихо, у меня перезарядка пушки. Хорош! Я уже стал волноваться. Это кто такой? Ребят, а что ты здесь? А что тебя забыли, дружище? Не-н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 е. По конвою. Хорошо, пробил. Тихо-тихо, уходим, уходим, уходим. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Прорываемся. Я на мину наехал. Больно было, больно. Там сзади. Хорошо, мы снесли. Меня назад стреляют, пацаны. У меня отваливаются детали. Ой-ой-ой, больно. Сам конвой атакует меня. Задом, задом, задом. Прикрываемся. Пробиваем. Да ладно, он доехали, упустили одну. Неважно, зато мы практически остановили полностью конвой, вы видали? Мы практически его остановили. Мы заработали, смотрите, сколько всего. Красота! Уровень 78. Ребята, большой куш, я же говорил. Вот эта пушечка просто сказка. Просто офигеннейшая. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас есть. Допустим, у ребят. Допустим, заходим в выставку. Можно посмотреть самые новые, а можно посмотреть, которые людям нравятся больше всего. Жаба. Машина жаба. Мне нравится. Я поставлю лайк и добавлю себе в загрузочку. А чё бы и нет. Заходим в гараж. У меня есть, смотрите, у меня есть Пикачу. У меня есть дракон. Реально летающий, атакующий дракон. И у меня есть жаба. Давайте, я могу собрать? Я могу собрать? Я могу собрать? Какой режим? За аккумуляторами. За металлоломом. За проводами. Давайте за металлолом, ребята. Давайте чисто за металлолом на жабе. Чем, говорится, черт не шутит, ребята. На жабе за металлоломом. С ума сойти. Я же говорю, здесь можно поезда сделать с огнем. Там газели с бензопилами создать. Да все, что угодно, ребят. Вот сколько у вас фантазии хватает. Все, мы сегодня соберем свои машины. Я покажу, насколько это имба. Кстати, пока у меня грузится игра за эту жабу, у нас есть в игре еще и фракция. Обязательно вступайте. Выполняйте задание фракции, прокачивайте. Ну, фракцию можете выбрать любую, какую вам угодно. Просто можете посмотреть, допустим, какой я фракции состою. Это
это просто я вам показываю. А дальше выбирайте сами, что вам хочется. Естественно, ребята, посмотрите. Я хочу похвастаться. У меня есть реликтовые пушечки. У меня есть легендарные пушечки. У меня, короче, очень много шмоток разных, каких угодно. Вы не поверите, но всегда проверяйте машины, если берете их на выставке. Оказывается, эта жаба не может двигаться. Вот это поворот. Поэтому меня не вызывало в бой, и я опять иду на выставку. Я кое-что присмотрел. Машина под названием бензовоз. Вы посмотрите на эту красотищу. Я сейчас попытаюсь ее себе собрать. Я сохранил себе его. Делаем сборочку. И да, я могу за него поиграть. Естественно, мы идем с вами в бой. Естественно, мы с вами битва за металлолом. Посмотрим, на что этот бензовоз способен. Я надеюсь, что двигаться он может, потому что у него есть колеса. У него есть огромные бензопилы спереди, которые, скорее всего, мы с вами будем использовать в ближнем бою. Всегда проверяйте в тест-драйве. Так, есть нейтральная база в центре. У нас битва до начала несколько секунд. У нас есть инвиз на машине и пилы, которые мы будем пилить, как только приближаемся к врагу. Ребята, машина ближнего боя. Так, окей. Все, хорошо. Смотри. Тихонько, подсветочка. Стоять! Что произошло с моей машиной? Ну блин, это же бензовоз. Да, меня разнесли. Меня просто разнесли. Теперь мы возьмем тачку, которую я соберу сам. Итак, я обещал, что мы с вами соберем что-то невероятное. Машина всегда собирается с самого начала. То есть нам нужно поставить основу, да? Допустим, рама 6х4, да? То есть мы можем повернуть ее и поставить, я думаю, что нужно будет две такие рамы, чтобы было прям шикарненько. Идеально. Дальше нам нужно, естественно, взять колеса. Какие-то мощные, хорошие колеса, которые можно будет, скажем так, уворачивать. Берем, ставим по редкости. У нас есть эпические вот такие омни-колеса. У нас их, смотрите, есть вот такие, допустим, 10. Вот. Гусеница танковая. Мы сделаем колеса омни. Вот. Все, мы их коннектим с вами на нашу ось. То есть надо сделать ее максимально, скажем так, максимально устойчивой. Поэтому делаем что? Здесь два колеса, да? И мы с вами, возможно, сделаем по 6. А что, почему бы и нет? Итак, теперь мы поставили какой-то кузов, допустим, хороший. Вот. Вот, мы можем взять и поставить еще одного соратника. Или нет, а он не поворачивается. Вот здесь будет еще одна пушечка. Нужно взять еще одну платформу, чтобы было повыше. Что можно взять? Дикобраз, светлячок, каратель. Ну-ка посмотрим, становится ли у нас сюда каратель. Отлично. Не отлично, ребята. 2000 years later. Давайте просто на тест-драйве. Она вообще ездить умеет? Смотри, отлично, смотри. Стреляет. Боже мой, какой урон! Все, я влюбился в эту машину, поехали в бой! Это просто черт на колесах! У меня 6, зато у меня 6 колес, ребята! Смотри. А что я перевернулся? Я попал в чувака. Я стреляю, он в инвизе. Я не рассчитал, что у меня машина неповоротливая. Все, вы доигрались. Короче, подходим к вопросу серьезно. Я взял машину с выставки, но уже без всякого трэша. Эта машина должна показать себя как можно лучше. Отлично, у нас хорошее оружие. У нас прекрасное оружие. У нас, посмотри, какие красивые крылышки у нашей машины. Главное сейчас не нарваться на какого-то камикадзе. Да, здесь такие тоже присутствуют в игре. Так, я объезжаю, вижу врага. Ага, они уже объехали нас. А как они так быстро? Так, я занял высоту. Отлично, минус... А, нет, не отлично. Минус один наш. Так, смотри. Мы сюда затесались. Здорово. Хорош. Есть попадание. Есть контакт. Ай-яй-яй-яй-яй, я не попал. Перезарядка. Перезарядочка. Где они? Они же меня видели? Хорошо. Пошел. Так, перезарядка. Хорошо, минус. Смотри, он пытается уйти. В спину. Хорош, пробили. Меня немножко глушанули. Так, я съезжаю. Пока у меня... Да ну куда ты? Хорош, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Я очень много снес ему. Мои револьверы перезаряжаются. Разнесли, ребята. Просто вынесли молодца. Молодца, пацанца. Так, давай. Хорошо. Хорош, еще минус один. Смотри, нужно заехать. Ого, он бронированный. Ребята, жестко бронированный пацан. Но ничего страшного, перезарядка моих револьверов. Быстрее. Если я сейчас перезаряжусь, минус пацан. Вы видите?
видели? Вот эта тачка! В общем, когда подходишь к выбору тачки серьезно, когда берешь мощную тачку с мощной огневой мощью, ребята, вы разносите всех пух и прах. Советую игру, ссылка есть в описании, залетайте, поиграем, может быть, даже с вами попадетесь, будем сражаться против друг друга или вместе. Ссылочка в описании, скачивайте, всем удачи, это был Красаут, пока!